сейчас у нас радостное событие. Сегодня у нас выпускной 21-го потока, да, 21 века, 21 потока самых современных технологий гипноза, слиперса, совершенно нового, уникального, захватывающего направления. И, как всегда, я прошу вас всех поприветствовать, да, наших зрителей. Вот посмотрите, это сегодня я буду обязательно о каждом говорить слова, вручать сертификаты, наши сертификаты школы об успешном окончании школы гипноза и слиперства. И, конечно же, я хочу сказать, что как никогда сейчас профессия гипнолога-слипера, она востребована, да, потому что мир вокруг, он очень быстро меняется, происходит куча ситуаций, стрессов, с которыми гипнологи и слиперы как раз-таки умеют правильно, адекватно, четко помочь, используя все свои инструменты, и гипнотерапию, и диагностики, и чистки, да, и посмотреть, как оно там будет в хрониках Акаши, да, как лучше поступить, и имеет связь со своим высшим я, то есть душа, всегда она подскажет, наша 25% души, куда нам лучше идти. Выпускной 21-го потока объявляю торжественно открытым, и сегодня, да, хочется первым, да, слово, конечно, дать нашим замечательным кураторам. Привет, друзья! Привет, Никита! Я вас всех поздравляю! Никита, я поздравляю тебя! Я поздравляю моих замечательных коллег, потому что сегодняшние выпускники уже наши коллеги. Ну что ж, друзья, я вас тоже поздравляю от души, полностью присоединяясь к словам Вики. И, друзья, вы проделали действительно большой путь. Вы выпускники такой волшебной, потрясающей школы. Вот наша вот эта вот школа, наш вот этот экспириенс, это был, ну, можно сказать, возвращение к мечте. Потому что, когда есть мечта, мы думаем, а, я вот сейчас решу важные проблемы, а потом мечта и придет. Но хочу сказать, нет, нужно реализовывать мечту, и тогда все посторонние проблемы закроются автоматически. Сейчас я уже веду запись, да, у меня уже на март несколько записей вот именно по данной технике, да, уже много. И я сейчас прям готовлюсь к этому. Еще не стала брать на февраль, думаю, ну я еще со своими попрактикую. Мы уже даже договорились с некоторыми одногруппниками, с кем, да, я могла бы это еще дополнительный раз попрактиковать. Вот. И здесь я поняла, что гипноз — это про добро. Это про добро, это про источник понимания, источник принятия, источник чувствования. А здесь я это почувствовала, и к вам пошла действительно вот только потому, что изначально, потому что вы так себя подаете, и я понимаю, что я не ошиблась. Это только начало. Я понимаю, что это только начало, но это грандиозное начало. И я иду дальше. Когда, Никита, я честно увидела вашу улыбку на экране, я не смогла сказать нет, я поняла, что это просто, да, надо идти, надо брать. Наши кураторы, ты у них как ребенок в руках. Тебя настолько вдохновляют и помогают, хотя, честно сказать, знаний у меня достаточно, но все время было очень приятно почувствовать себя новой, потому что именно в новом мы живые. Друзья, вот берите пример, вот кто сейчас это смотрит, с Людмилой, потому что вот мама 4 детей, да, вот да. Кто говорит, вот я не смогу, там не получится, времени не найду, ну вот и Людмила, да, то есть есть да. Люди, которые ищут оправдания, есть кто ищет возможности, да, идут и делают. А кураторы какие, я говорю, они, наверное, действительно не спали. Потому что какой вопрос, когда они задашь, они тут же отвечают. Это ну, просто огромное-огромное всем спасибо. Вот.
как бы это сказать, не похоже это ни на какое обучение другое, потому что здесь передаются очень духовные знания. И спасибо огромное за это. Наша школа гипноза и Слипперса Никиты Бурлакова. Поздравляю, коллеги, с выпуском. Всем вам удачи, успехов, куража, здоровья и всех благ. Ох, ну, Александр, ну, как зарядил всех, ну, прямо супер. Спасибо большое, Александр, такой вот прям вот, эх, хочется прямо сейчас вот пойти и сеанс сделать на таком подъеме. Ну и внутреннее состояние красоты, оно раскрывается и внешне. И хочется себя как-то немножечко уже, ну, более на таком высоком уровне поставить. Вдохновенный путь новый. Спасибо. Вот сегодня вы видели наших выпускников, как они сияют, как они светятся. И здесь можете быть и вы, да, то есть также освоить новую профессию, открыть для себя новый мир, изменить свою жизнь действительно на до и после. Поэтому тоже присоединяйтесь, будем вас ждать.